Турнир проходит среди школьников. На паркете встретились 16 сильнейших команд со всей Челябинской области. Сегодня финал КС-баскет. Это получается областной, так скажем, турнир именно Челябинской области. Играет 8 команд девочек и 8 команд мальчиков. У нас выступало 3 школы от города Миасса. Несмотря на юный возраст участников, соревнования проходят по-взрослому. Серьезные соперники и не менее серьезные награды. Церемония награждения тоже на высоком уровне. В спортивном зале царит атмосфера профессиональных состязаний. Посетил мероприятие министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер. Я хочу, чтобы, что занимаюсь баскетболом вся школа. Я хочу, чтобы кто-то из вас пополнил команду нашей лучшей команды Челябинской области. Челябинске, Волгогорске, Миассе. И пусть развивается баскетбол. Пусть развивается спорт. Поболеть за любимые команды и просто посмотреть игру пришли люди разных возрастов. Самым старшим из приглашенных гостей стал Анатолий Какшин, ветеран миасского спорта. Он поделился с присутствующими секретом своего долголетия. Надо как-то жить так, как получить 90 лет. Вот мне 90 лет. Победителями как среди девушек, так и среди юношей стали челябинцы. Обладатели золотых медалей подтвердили свои прошлогодние статусы. Дальше спортсменов ждет еще более серьезная борьба. Они отправляются на финал Уральского федерального округа. Николай Зейсин, Андрей Назарук, ОТВ Миасс.